понятно. Есть два две страшных вещи. Слушать свой голос со стороны и смотреть на свою технику со стороны. А звук? А нет. Звук плохий. Один. Чуть-чуть, ну, повыше, блин, чуть-чуть, да, вот так. Да. Ау, ау, выигран, блин, ну да. А протыкать было что-то там оно рисково играть. Да. Сейчас я хотя бы не сдохну, но... Еще три или сколько? Один-два. Я вот такой стою, да. С правой руки я могу сыграть джаганы, да, какой-то. С левой я не смогу. Понимаешь, вот сейчас, иногда здесь сильно делаю, он улетает хрен знает куда. Идёшь, да. Ну, нормально, он не влезает. Три, два. Три-три. Пять-три. Пять-три. Пять. Ну, это уже лучше. Адрес там. Опять! Не попал. Ну, замахнулся. Совсем не попал. Здесь не знаю. Недолет. Блин, я бы это был уверен, что не доверить, почему запас хрен мой. Ох, красиво. Не так. Блин, ну зачем в два шага вперед взять? Ну ладно, если бы далеко. 7-13. Не было. Не залез? Я вообще на вас смотрел, потому что я ракетку не видел. Ну ладно, переиграй. Непонятно, кто на самом деле залез. Я точно. Зная твою практику, я бы сыграл лучше спорный. Так что? Я спорный говорю. 8-13. Коль, коль.
Вон, возьми валан, мне кажется, нормально. Выглядит нормально, да. Ну, он по нему и мы без сорока нам видим. Да. Непонятно. Надо было ходить на опор. Нет, ты ушел в центр, как бы нормально, я после этого дни не защищал. Так, мы неправильно стоим, ты сказал. Вот, вот же. О. Так, 2-1. Нет, 1-1. Первый раз чуть больше вверх. 2-2. Да, я подавал. Ты подавал. Три подай. Ну, мой. Ты видишь, когда ты подаешь слишком жестко стоишь, ты потом двинуть не могу. Ну, может, надо страховать. Подожди, 3-2. Назад ты два не успел. Ну, зачем? Ну, при дальней подаче. Блин, блин. 3-3. Как бы дай мне, я по идее должен говно держать твою. Ну, ты подожди, что да, ну, любая птица на подсветке, если ничего не будет. О. Тут сложно сделать. Оля. 4-3. А, правильно? Да. Воланчик. Дай далеко. Да. 5-3. Нет? Я бы не закрывал. Точнее, я закрывал. Далеко стоял. Я. А, 7-3. Хорошо. Первая рунда там. Вот под меня ходит. Ну, можно. Ну, сейчас-то точно неоспоримый. 4-8. Там, кстати, сделать этот не упал. Аут. Ой! Блин, я уверен. 7-9. Потому что я такую хрень сделал, что тебе стало буржуа опущен. 8-9. Да блин, ну что это, что это за удар, блин, откуда вообще? Ау. Дальше. Здесь здесь, а? Вау, короткий.
я, в принципе, если ты хорошо сможешь, я успею. Если ты высоко поднимешь. Оля! 1-0. Стой! Стой! Не, приготовься. Приготовься. Не попал. Ну вот, надо вот хорошо. Я имею в виду, что вот попадешь нормально, и все будет нормально. Да. 3-2. Быстрый прием, и все, он решает. Только не всегда он получает. Что надо еще, чтобы тебя не обманывал? Задумался. 4-3. Нельзя, конечно, да. 5-4. Надо было вот туда вот перекидывать и на дальний. Быстро. Да не, это хрень. Ну, я имею в виду перекидывать вот сюда, да, чтобы он на весь ушел. Да не, варианты были, конечно. Костя был просто готов. Он был готов, да. Это не смутил. Ну ничего, это было лучше, чем все три предыдущие. Мой. Один номер. Бля. Один. Я не знаю, что было. Ничего не было. Попал баллон в ракету, отскочил обратно. Ракетка явно была на нас. Ракетка ударила. Не, Леша не приносил точку. У него, да, он вот так. Ты, возможно, ударил, да. Я оставил просто ракетку. В один знак. Ну ладно, будем считать, что без пола. Нет. Ух. Вот иногда, да? Бьешь? 2-2. 2-2. Так, а мы правильно? Да. Правильно. А, я. 3-2. Хорош. Использовал тоже. Да? 4-2. Ну тут надо, да, тут вот переставать. Да, Петал. Да. 5-3. Попал вообще в этот. Там диагональ. Да. 4-6. Я даже не бил, я его подставил. Ну, какой. 5-6. Ну опять, да кто такой? Я учусь. Краса, не попадай. Ага.
сверху я принимал, он, в принципе, оттуда бьет. Ладно, 7-6. Я сейчас по-другому. 7? 7. Блин, прибежала. Здесь вот вверху где-то можно было явно забивать. Ты сыграл вот так вот. Тут я вообще. Ну, короче, рискнуть. Не моя? 8-7. 8-7, да. Лоб просто родится. 8-8. О! Да. Я там большое время у меня было. И тебе неудобно. 9-8. Так хей, да? Да. Ау. 10-9. Да, да. Один перфект. Ау. Блин. 11-9. Что у нас за счет? 12. Нет, только что было на меня подать. 12-13. Я не знал, по поверхности пойдет. Ладно, что там? 0-3. Да блин! Забежай, давай. А вот это ты срам. Ну да. Так, 3 прямо. Я понял. Еще 2 почти. Там было 2 и 5, да. Сейчас мы выиграем, выиграем довольно. Ну, были такие же, как лучшая игра. 6, например, 8. Да это понятно. Оля. Оля. А я решил. Посмотреть решил, да? Ну, конечно. Сейчас увидишь. Ну блин, вот опять, вот это движение. Так, ну что, отдаю. Ой, один. Ну то есть, когда ты нормально подаешь, в принципе, все хорошо. Вот нужна плоская такая вода. Понятно. На кость. Такая будет игра, так? Он сразу скидывает. Он сразу скидывает. Понятно. Один. Давай. 2-1. Что, 3-3, да?
три. Вниз задержка. Я твое движение увидел и можно было выиграть, да? Блин, может быть, вот будет. Я в раздумье. Аут. Блин. Ах, ну неплохо. Такой сложный ситуация. Блин, в том, что ты эту ситуацию каждый раз как-то создаешь. Да нет, там нормально. Половин таких приемов. Сразу. Я уверен, что надо чередовать. Или научиться ее подавать так, чтобы никто не понимал, что ты сейчас будешь делать. 8, вот отсюда, если будешь ее делать, да? Ты можешь и так, и так. Или в сетку не перейдешь. А вот отсюда, давай, напиши вот сетку. Я так и делал. Нет, ты отсюда играешь. Вообще буду вот отсюда. Ну хорошо, поближе. Нужно просто попадать. Надо в левую линию, надо туда перекинуть. Не-не, в левую линию. Просто неудобно играть в левую линию. Неудобно? Нужно в нее попадать. Но только... Ладно. Денежки ходили. Ну тоже как-то даже его неудобно снимать, так что ну! Не забивай. Выйдем. Да нет. Я зачем... потом, что вот эту свечу ты ждал. Ты ждал ее, потом тянулся. А ты подойди прямо. Нет, я же выпрыгнул. Я не тянулся, я выпрыгнул. Счет? 3-9? Да. А я. Отлично. Смотри. Давай. Подойди, подойди, ты не доходишь. Зачем? Ну затем, чтобы забить валан, чтобы не тянуться, чтобы не было этой траектории, чтобы траектория была как можно более ответственной. Ты время тратишь на, как сказать, прицеливание, а не на выход. А там уже цель не цель. Геометрия сердца не мешает. А вот подай. Блин! 1-1. Диагональ. Но я не брал.
Вот хороший, если подача. Я успеваю хорошо его отбить. Все, выиграли, все, кости да. Загнали в левую, да. Здесь надо подставка за сетку. И тут нет никого. Мне, вот, за сетку скидка, купи, и все. Так, подожди, что у нас? Два? Два, три, да? Два, три, поехали. Ну вот это было уже нереально вытащить. Ну а я сначала думал сверху.